Ранцевые установки пожаротушения против коронавируса. Около получаса потребовалось сотрудникам Федеральной противопожарной службы номер 22, чтобы обработать с помощью спецснаряжения лавочки, детский городок, воркаут-площадку и другие малые формы в зоне отдыха «Лесная». У нас ФПС-22, они вышли с инициативы оказать помощь в этой обработке. Им за это большое спасибо, что они заботятся о жителях города. И сейчас делается массовая обработка. Мы обработаем практически все вот именно пространства, которые посещают наши люди, именно муниципальные. Также управляющие компании выйдут на обработку уже игровых форм, которые стоят на внутриквартальных территориях. Обработка малых форм проводится специальным дезинфицирующим средством. Раствор при соблюдении правил его применения абсолютно безопасен для человека, но смертелен для коварного вируса. Обработка городских территорий проводится только в хорошую погоду. Как говорят специалисты, что это нужно делать, когда у нас устанавливается теплая погода, когда без дождей, потому что дождик смывает тот вирус, который у нас сейчас существует. Поэтому мы это вот делаем именно в тот период, когда у нас на улице стало тепло. Следует помнить, что обработка территории дезинфицирующим средством не обеспечивает людям 100% защиту от вируса. Чтобы обезопасить себя от COVID-19, рекомендуется во время действия режима повышенной готовности вообще отказаться от прогулок по улице. Потому что мы прошли, обработали, а через какой-то промежуток времени по этой территории прошел человек, который зараженный, он бессимптомный, он чихнул, он там с кем-то поговорил, и тот же самый вирус начинает снова размножаться. Поэтому тут нельзя говорить о том, что люди находятся в безопасности после проведения этой обработки. В обработке городских территорий от коронавируса задействованы и сотрудники управления гражданской защиты. Они обеззараживают остановки общественного транспорта. Кроме того, работники комбината благоустройства обрабатывают дезсредством городские тротуары с применением современного поливомоечного оборудования. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».